Нажимаем C. Видите, изменилось под тени. Мы можем предположить. Не можем предположить, а мы видим, как меняется сустав в данном случае. Я думаю, в данном случае какой-то сустав. Если это плечевой, да не знаю, какой-то сустав. Думаю, это лопатка. Ну ладно, как нравится. Тут же нажать через Z. Кстати, C. Вот. Это изначальное положение. Идем дальше. А, ну да. Хочу продемонстрировать. Вот мы. Рука должна пойти вперед. Жмем пробел. И оп. Рука пошла вперед. Почему нам показывает именно это? Что это означает? Непонятно, ладно. Вперед. 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 Вот. Онлайн геймплей, то есть мультиплееры. Отлично. Ворует мой хлеб. Ну ладно. Идем вперед. Это показывают те люди, которые ожидают боя. Плееры это мы, естественно. То есть мы тут по такой системе. Тот, кто проиграл, уходит с ринга. Тот, кто выиграл, остается. И с ним уже играет тот, кто в этом списке первый. Потом будем, естественно, мы будем первыми. Что сказать? Это похоже на то же самое царь горы. То на горе, тот царь. Вот. Ладно, идем дальше. Да, вот показано, кто на самом деле сейчас играет. Как сказать? Ну, играет друг с другом. Это Джимон и Тори. Так. Так, что нам? Что это вообще? Basic Training Tutorial. Так, что такое? Хоп. Так. А, я понял. Здесь нам предлагают нажать C, нажмем C. И видите сустав. То есть мы здесь научат основам, как красиво расправляться с противником. Мы должны нажимать на сустав, пока не исчезнет это вот, вот исчезло фиолетовое поле, какое-то такое сине-фиолетовое поле исчезло. А теперь жмем пробел. Все, голова полетела. Красиво, не правда ли? Мне кажется, красиво. Идем дальше. Так, что дальше? Хоп. Оп. Ух ты. Что нам опять проще нажать на суставы? На самом деле в мультиплеере не дается не так уж много времени. Дополнение каких-либо вот таких подобных фишечек. Так очень опытные игроки, на это способны. Я, кстати, к их числу не отношусь. Ничего не подумайте. Я не такой уж, так сказать, великий игрок. Все. Кстати, поле убрались. Нажимаем пробел. Фух. Так, что они нас просят? По этим суставам нажать. Так, что еще раз? И что теперь? А, выйти ладошка. Ладошка у нас в прямоугольной форме. Они держатся за противника. Вот такое зелененькое поле. Вот, вот видите. Теперь мы делаем их квадратными. Оп, хоп. Все, жмем снова пробел. Тудух. Красиво, да? Так, что дальше нам? Adventures Mamas Tutorial. Team Body Breaker. А, здесь мы отрабатываем технику. Видите? Ага. Теперь мы должны повторить. Ну да, повторить. Ну что такое? Нем C, это понял. Что? А, что делаю? Ну вот снова сустав возьмем. Хоп, полетел. Жмем пробел. Появляется еще несколько суставов.
принципе, ладошкой перемещаем. Пробел. Снова суставы. Ну вот, нет. Ну что такое? Ребят, ну что такое? О, блин. Я уже замутрился с этим суставом. Что такое? Ну что? Так, тут нажали. Тут нажали. Тут нажали. Тут нажали. Вот, наконец-то. Поехали, опять. Пробелы, снова пробелы. Так, теперь жмем по этим суставам. Хоп. Хоп. Пробел. А еще. Так, пошли дальше. Хоп. Еще. Снова жмем по коленным суставам теперь. Хоп. И тут также надо делать. Все. Отлично. Все, мы победили. Уху, мы играли с мертвой куклой, но победили. Уху. Отлично. Мы круты. Продолжаем. Это уже, кстати, да, это уже игра с противником. В данном случае с капитаном, естественно. Мы видим себя. Количество очков 0. Тут же тот. У противника тоже 0. Это количество всего шагов 350. Это количество цифр, то есть сколько снимется при нажатии пробела. Мы теперь это же делается автоматически. То есть снимется 10 цифрок с общего количества шагов, так называемых. Жмем C. И выделываем с нашим Тори что душе угодно. Хоп. Я не знаю, что ты мог придумать. Вот давайте нагнем его немножечко. Что? Ладно, ведь будет так. Нормальный пробел. Ух ты. Как оно-то, а? Будем атаковать, друзья. Так, что мы тут? Я, кстати, с противником играю тут первый раз. Поэтому чувствую себя как... Даже не знаю, кто. Как дурачок, что ли? Ладно. Не буду вас задерживать. Прям пробил. Хоп. Пока что я падаю и проигрываю. Данная игра называется, кстати, Айкидо. Суть ее в том, чтобы противник упал на пол или за пределы круга или на сам круг и коснулся части тела, любим, кроме стопы и рук. То есть ими касаться может, и проигрыш не будет засчитан. Кто первый коснется, тот и проиграл. Ладно. Хоп. Как красиво ушел. Значит, нападаю. Тут все, не знаю, что там надо придумать. Будем считать, что сейчас я вам покажу, как должен падать ваш противник, потому что мне стыдно, что я проигрываю. Ладно, жмем пробелы. Вот уже все, жмем снова пробел. Вот видите, пошла красная волна, то есть я проиграл. Если бы упал противник, пошла бы голубая волна. Что мог сказать?
при нажатии пробела начнется новая игра, кстати, внизу написано. При нажатии F получается сохранение данного боя для того, чтобы показать вашим друзьям, какой бы крутой бой. Ну, это если был бы крутой бой. Или же, чтобы учиться на своих ошибках. Хотя, думаю, второе вряд ли. Думаю, чтобы покрасоваться перед кем-то. Ну что, я думаю, начало заложено. Пока что хватит с вас. И что хочу сказать. Всем до новых встреч. Goodbye. С вами был Дэн Аргон. Скоро увидимся.